а сейчас долгожданная. Мною любимая уже, несмотря на то, что я не видела и даже практически лично не была знакома с этим персонажем, рубрика «Утренняя магия». Зовут его Леонард, он также в белоснежном, как и я. Мы договорились заранее, на самом деле. Я. И он сейчас будет ставить опыты, да? Я правильно понимаю? Доброе вот утро. Этим человеком. Я подобный кролик. Все правильно понимаете. Сегодня хотелось бы поговорить о интуиции, об интуиции человека. И что это такое? Это бессознательный опыт и способность нашего мозга воспринимать его. Вот именно потому, что у меня она развита, а мы работаем с... Да, будем работать с тем, у кого она не развита. Итак, я вас прошу подержать эту коробочку. Конечно. У нас здесь обыкновенная колода карт. Самая обычная колода карт. Можно убедиться, посмотреть, что ничего сверхъестественного. За одним небольшим исключением. Да, ребят, все обычно, все, да, все на ваших глазах. За одним небольшим исключением, что тут одна карта красного цвета. Одна карта из другой колоды. Сейчас задача какая ваша в данный момент? Мы проверим вашу интуицию. Насколько да, можно, она... Можно на тыле. Мы уже знакомы. Хорошо, ладно. Насколько она развита? Я не знаю, что это за карта. Абсолютно не знаю, правда, потому что я забыл, что это за карта. Ваша задача, пусть она лежит у меня в руке, я не буду ничего делать, размешать эту колоду. Это я умею. Давай, шустренько, чтобы не замерз. Круче, верчу, обмануть хочу. Так, замечательно. Все на виду, все на ваших глазах происходит. И интуитивно остановиться, включить интуицию и просто остановиться в любой момент. Остановился. Кручу, верчу. Остановился. Замечательно. Назвать любое число вслух. Вслух. Да. 12. 12. Листайте мне в руку 12 карт. Я замерла. Раз, я не могу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В принципе, если бы я был фокусником... Знал бы, что нужно, сказал бы 3. Да, если бы я был фокусником, я бы сделал, чтобы все карты стали красными. Но я не фокусник, я менталист, и мы проверяем интуицию. И сейчас проверим, что это карта семерка черви. Так. Да, это красная карта семерка черви. И остановили вы меня. Как ни странно, ребята, 12-я карта это семерка черви. Да ладно. Как вы это делаете? Это делаю очень хорошо. Самое главное, что все остальные карты не семерка черви, и предыдущие тоже не семерка черви, ребят. Цифра. Вот вы хотели увидеть, как я падаю в обморок? Вы сейчас, кажется, увидите. Такие дела. И делать я, видимо, я имею в виду падать в обморок, и буду каждый вторник, потому что Леонард будет приходить к нам каждый вторник и проводить с максимум опыт. Нет, спасибо тебе. Интуиция – это очень нереальная вещь, ребята. Вы молодцы, вы спасибо, классные, я вас просто обожаю. Молодец. Спасибо. Хорошо, у меня для тебя тоже тогда. Вот смотри, значит. Угу. Ну, что это у нас здесь? Ой, это у нас... Сейчас, я попробую. Вот сейчас, обыкновенно 500 евро. 500 евро, 500, да? Да. Настоящий. Значит, что мы делаем? Да. Заворачиваем. Значит, прячем. Давай, подуй. Давай, я подуй, у тебя ничего не получится. Раз. И вот смотрите, какие маленькие стали 500 еврики. Вот умел бы ты так, Кузнецов, курс валют немножечко уменьшать в количествах цифр. В принципе, это здорово, потому что можно иногда брать просто и из воздуха что-то доставать. Это нормально. Такое бывает. Месяц она бывает сладкий иногда и бывает холодный. Леонард. Я он. Красавчик. У меня есть девушка, знаете ли, знакомая, которая вот... Картежница, да? Да. Эта информация останется между нами тремя. Спасибо тебе огромное. Мы с тобой прощаемся. Не зря я достал все-таки... Спасибо, Лев. Пока. Пока. Не зря я достал евро, потому что у нас сейчас рубрика под названием «Курсы валют», которую подготовил Банк Восточный. Наш партнер. Итак... Боже, я так растерялась, говорю, я сейчас это не могу себя взять в руки. Так, евро 70 рублей 69 копеек, понижение. Доллар США 63 рубля 91 копейка, мы идем вверх вместе с долларом. Польский злотый также ползет наверх, опять ползет, да что ж такое, 16 рублей 35 копеек. Со мной осталась колода карт Леонардо. О, пойдем заработаем, а пока что у нас небольшая пауза.